Добрый день, мои хорошие. Давно я не снимала такой формат видео. Вот у меня кипит, почему у меня кипит вода. Здесь не обращайте внимания, сейчас стекла немножко водичка. Вернее, не водичка, а сейчас я расскажу. Сегодня буду варить суп харчо из тушенки. Тушенку я открыла, вот такая немецкая тушенка, вот такая баночка. Немецкая, это говядина здесь. Вот. Это самое... Вот такой сплошной кусок мяса, ни капли жиринки. Постная, в общем. И вот я сейчас ее раздавлю вилочкой. Сейчас, кстати, ее попробую. Я такую ни разу не брала еще. Вкусно? Вкусно, да. Там немножко островато. В общем, я закидываю в кипящую воду картошку. Пусть она чуть поварится, картошка. Вот. Она поварится, закипит. Потом я кину туда тушенки. И у меня есть вареный рис осталось. Я тоже сюда закину. Я иногда так использую, чтобы никто не доедает. Я и закину его сюда, в суп. И у меня будет суп. Теперь я здесь тру морковку. И вот сейчас порежу луковицу, почистила. Так, и покажу вам, да, ну, тушенку сейчас разомну, и потом покажу дальше, что я буду делать. Хочу вам показать еще. Вот в этой вот баночке тушенки, что я вам показывала, в чашке я ее размяла. Видите, ни капли жиринки, постная. Здесь 300 грамм тушенки. Вот эту баночку мы всегда берем, я ее использую всегда. Ну, почти сегодня решила вот эти использовать, взяла на пробу. Здесь 400 грамм, но здесь... Очень много, хорошо, прямо она как в собственном соку, вот этот жир самый, не жир, а вот именно сок вот этот вот, ну, даже как жир получается. И очень суп такой наваристый получается, если суп или что-то варишь. Ну, вот не знаю, как получится вот с этой вот, еще ни разу не варила. А здесь 400 грамм, это свиная тушенка, да. Это в собственном соку написано, со свиной тушенкой, поэтому она застывает в собственном соку и очень вкусная тушенка. Вот, ну-то здесь у меня вот, сейчас вода закипит, пошла я дальше, обжарю пока я сейчас лук с морковкой на сковороде. Так, добавила я сюда тушенку, вот, видите, такими кусочками она. Ее можно расковырять. Тушенки я сделала. Почему с тушенкой? Муж жевать не может. Ее ходится ему что-то выделывать. Такое. На обед ему делала первый картофель, рыбку жарила. А сейчас вот... А, детям не знаю, что сделать. Мне уже это готовка, если честно. Так, в общем, вот здесь, да? И теперь вот такой вот у меня есть рис отваренный. Вот этого вполне хватит сюда. Я его еще сюда добавлю. И пускай он... Сейчас это поварится, картошка чуть-чуть. И вместе с картошкой поварится. А здесь у меня греется этот сковородка. Сейчас масло с луком обжарю. Полмасла. Морковку с луком обжарю, господи. Так, ну это я могу сюда сейчас засыпать. Прямо... Сейчас я сама высыплю, а то не все высыпалось. Извиняюсь, тут рука у меня... Ой, не так взяла. Ой, блин, упали вы у меня. Так, хотела вам показать и уронила. В общем, добавляю, видите, рассыпала. Добавляю я хмели сюда. Ну, рассыпала, сейчас придется еще добавлять. Потому что неудобно рукой держать. И насыпать. Сейчас еще вот. Все, добавила хмели-сунели. Вот видите, хмели-сунели написано. Плиту засрала. Теперь придется придумать. Так, хмели-сунели сейчас. И сейчас добавим томат сюда. Сейчас я добавлю и покажу, а то опять что-нибудь сделаю. Так, вот у меня прожарилось. Все удалять, что я там с пальцами. Я ничего не буду. Пусть будет так. Естественное видео. Я не для выставки делаю, просто вам для идеи для готовки. В общем. Так, это у меня уже готово. Сейчас я буду отпускать суп. И почистила два зубчика чеснока. Вот.
Я сейчас тоже сюда выдавлю суп. И суп будет маленько покипит и будет готовый. Так, сейчас будем пересыпать. Вот такой у меня суп харчо получился. Вот он, видите. Здесь тушенка и рис. Вот все. Очень вкусно получилось. Как настоящее харчо. Ну, настоящее харчо, конечно, варится по-другому. Но мы такое поедим. Вот. И сейчас я пообедаю. Ну, на этом мое видео заканчивается. Всем пока-пока. Вот вам идея для готовки. Все, пока.